Thank you.
в будущее. Блин, ну это надо отметить. Правильно. Победным танцем. Mi madre me dijo a mí que cantaré.
и... Владимир Лопаченко! Они взяли, у тебя горошка нет. Винни-Пух! Записывай, Винни-Пух!
каким должен быть твой любимый кинофильм? Жестким. Жестким. Какой должна быть настоящая бачата? Бачата? Сексуальная. Настоящая. А какой должна быть настоящая елка в Новый год? Пушистая! Пушистая? Колючая. Колючая. Паша, каким должен быть настоящий фильм ужасов? Страшно. Страшно? Да, что-то самое простое в голову мне приходит. Отлично. Так. Каким должен быть мужчина твоей мечты? Мужчина. Отлично подойдет. Невероятный. Каким должен быть хороший детектив? Умным? Записываю, умный заметный. Какими должны быть большие сокровища? Несмертными! Посмотрите! Очень ты знаешь, как писать. Так, каким должен быть супергерой? Отважный! Хорошо! Отвязный! Оля! Котенок, он какой? Мирный! Ну что, написал? Давай, иди сюда, будем читать! Ну давай! Что там у нас получилось? Зашифровано! Зашифровали, так зашифровали! Здравствуй, большой Дед Мороз! Как твои клевые дела? Как ты расколбасый, бородатый живешь? Помнишь ли о своих миллионах больших детей? Мы тебя, Винни-Пушистый, очень любим. И ждем тебя на нашем жестком празднике. Приходи. И обязательно не забудь свою сексуальную жену. Иначе куда мы без твоей пушистой, вонючей женушки? Да уже она тебя одного никуда не должна отпускать. Ведь страшный Гринч решил тебя невероятно украсть. Мы не сможем этого пережить. Вот и написали тебе умное письмо. С уважением к тебе. Ждем восхитительных подарков. Отважный, отвязный док и милый мальчик. Здоровое, отлично зашифрованное письмо. Теперь вообще ничего не поймет. Я его отправлю через ФГУ почту США. И оно там лет 20, 30, 50 будет идти. Как раз успеет к 2014 году. Ну что, я пошел? То ко мне-то что делать? Тебе что делать? Ну, не попадайся на глаза своим предкам, а то опять придется расхлебывать несколько частей. Да, части три придется, да. А что ты тогда, куда идти-то? Что здесь можно поделать в этом году? Слушай, я помню, здесь было какое-то классное местечко, там музыка, значит, танцы, все дела, как-то что-то с моллюском какого-то цвета связано. Какой-то момент, я не помню вообще. Рекомендую вообще, отличный заведение. Там можно поесть и потанцевать. Да, там как раз публика для тебя, давай. Все, я пошел. Единственный мужик, что ли, для все номера?
Вот вам устрица. У меня проблема? Пока я здесь сидел, отдыхал, у меня села батарейка. Что делать? У меня осталось всего один заряд. Еще и на одного человека. Еще и в одну сторону. Что же делать? Проверку. У меня есть гениальная идея. Мне нужно уехать и иметь гарантию вернуться. И у меня есть такой человек, который мне поможет. Это Горбан. 2263 года. Горбан. Back to the future! Кто-то не лысый немножко.
скажем, да. Он темный. А, вы думали, они меня догнали? Нифига! У нас есть оружие! Это оружие, которое сделал сам Док! Да, это супероружие, которое способно уничтожить всю нечисть! На этой бедной планетке. Если следить, конечно. Пары сейчас опять сейчас мы вам покажем. А, давай ты пока забирай. Так, а мне сейчас понадобится две девушки. Да? Сюда. Женя, давай. Давайте. Кто смелый? Все, уже две девушки, выходите быстрее. Кто руководитель? Да. То есть вот это видео можно запустить. Первое задание, девчонки, надо двух молодых людей сюда вытащить. Деда. Оля. Полный комплект. Значит, смотрите, сейчас у вас будет супер-пупер задание. Вы будете стрелять из нашего мега-оружия. Хорошо? Смотрите. Там живые были. Вот у нас будет с вами цель, которую надо будет поразить. Состояние. Так, кто с меткостью лучше? Я думаю, мальчиков. Не трать патроны! Ладно, номер один встает сюда, рядом с партией. Так, все зарежут, да? Значит, встаем на колено, парни. По очереди будем стрелять. С вас начнем. Значит, чтобы выстрелить, надо будет прибить как по барабану. Грудью! Грудью стреляй! Давай! Сливайся! Зеленая была, метели пела песенку с пиелой.
пешком укутывал, смотри, не замерзай. Листишка, зайка серенький, под елочкой скакал. Порою волк сердитый, волк красною пробегал. Порою волк сердитый, волк красною и не отставайте. Ладно?
До нашего!